Приведем один любопытный факт. Выступая в 1959 году в Нальчике на научной конференции, посвященной проблеме происхождения балкарцев и карачаевцев, Анчабадзе привел любопытную фразу из грузинской летописи: «Кипчак – это черкес». Грузины с давних пор и хорошо знали кипчаков и ошибиться не могли. Поразительно, что подтверждение этому нашлось и в наши дни. Карачаева балкарцы называют кабардинцев – кабартылы. Но потомки их соплеменников, переселившихся в 19 веке в Турцию и сохранившие в своей речи много архаизмов, называют кабардинцев еще и кайчес. Это весьма странно, поскольку ничем не мотивировано. Так называется деревянная петля на конце хозяйственного ремня, с помощью которой привязывают грузы. Объяснение следующее. Народ часто переделывает на свой лад непонятные слова. Так случилось и с этнонимом «кыпчак», отсутствующим в карачаево балкарском языке и не имеющим в нем никакого смысла, поэтому оно изменилось в понятное «кычес». Черкесы – это название части кипчаков, но не кабаров, кабардов.